call me a money pocket engine, get your rocket. It sound like a thunder rocket, yeah. I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she been even though she don't shade the night. Ты моя девочка, давай, больно, знаю, мне тоже иногда больно. Ох, какой секс. Знаете, почему я называю это сексом? Потому что мое тело испытывает удовольствие, отвечаю. То-то-то-то, Вася, ты че, я вообще, какой я дрифтер вообще, ты посмотри, без остановки вообще что делаю, Вася, в стену надо не улететь, а аккуратно. Какой вообще уровень? Ребята. Вы могли бы это повторить? Да, вот так внезапно блок начался, и это я опять Давидыч, опять мозолю вам глаза. Но вообще этот видеоблог начинается со следующего. Вот это BMW M6. И я на нее драчу. Я подумал, представляете, можно купить ведь BMW M8 и отдать за нее там 14 и переживать, и страдать, и типа да, это быстро. А можно сделать по-другому. Короче, мы хотели купить микроавтобус для того, чтобы с него снимать. Мы хотели провести интеграцию, заработать денег и вместо денег получить Volkswagen из Казани. А потом пришел кризис, и нам сказали: «Уй, ребята!» После этого мы подумали, может быть, нам джип для съемок взять. И мы поехали с Моникой, посмотрели джип. Да, прикольный, туда-сюда, но стоит 7 миллионов, американец, и мне все-таки будет свербить в одном месте, если у меня будет американская машина. Мне реально будет не по себе, потому что, ну, как бы, не знаю, ни то, ни как. Ну, я же все равно буду за рулем оказываться. И я не хочу оказываться за рулем американской машины. Мне просто не по кайфу. Она быстрая, она понятная, она ясная абсолютно для нас. И она не такая дорогая, как может показаться. А вот эта тачка проехала 14 тысяч километров, и мы сейчас пытаемся убедиться, это правда или пиздец? Белый салон — это пиздец. Моня, будешь в белом ездить? Ты хочешь, чтобы на 5 в 90 купил? Конечно. Конечно хочу. А Роллса хочешь раскачать чуть-чуть? А что, да у него не едущая машина, елки-палки. Что он? Пенсионерская? Он все, да конечно, вот это, сел и погнали. Благо тормоза сделал хотя бы нормально. Колену привет. Белый салон – это жопа, ну, 100%. Но зато, сука, красиво. Мы сейчас дизайн сделаем, на нее прикольно. Она смотрится хорошо. Будем использовать по полному назначению. По ошибкам только разрядка аккумулятора. Вот нет нихуя. Короче, по хорошему счету ее остужать и эндоскоп делали. Вот это по хорошему счету, блядь. Мне кажется, 13 тысяч пробега. Да, слушай, для вас мотор перебрать, блядь. Что за пивом сходить? Короче, кризиса нету, да? Вообще никакого. Все. Слушай, ну если смотреть на новые М5 и на новые М8, где цена 10, 14, еще что-то. Машина для съемок, для, ну, слушай, понятно, мы можем взять Nissan GT-R. За 7 возьми М5. Зачем? Я подожду сейчас. Я сейчас подожду. Сейчас выйдет рестайлинг. Сейчас все голодранцы купят обычные. Сейчас выйдет рестайлинг. Я чуть поднакоплю денежек. И красиво на новый М5 рестайлинговый. Непрофильный автомобиль. Все, я свалил. Люблю, целую. А Миша говорит, ваш ПЦ, говорит. Я говорю: Миш, сделаешь там, чтобы пободрее она была? Он такой: я, говорит, на ночь ее заберу. За ночь, говорит, я ей объясню. Все, я говорю: что объяснишь? Он говорит: ну объясню, что она теперь 650-сильная, ну и куда она попала вообще? Было 707 ММ, а дальше там звездочка была. КМС? Это машина, там машина BMW M6. Она как девочка такая сексуальная, такая страстная сучка на выходные. И поэтому мур. А КМС — это какой-нибудь спортсмен. А я вообще не спортсмен, я вам честно скажу. Ну, так М6, а так вот. Вот такой кузов был. И Моника такая, прикинь, такая едет, такая: да, здорово! В ковбойской шляпе. Ну, привет. Yeah.
Итак, друзья, всем привет. Я так полагаю, что это часть влога. И у нас сегодня день рождения у Эрика Давидыча. Мы придумали максимально сумасшедшую замануху. Мы заказали ему стриптиз. Ну, короче, завтра. Ты еще, вот он еще об этом не знает. Ты об этом знаешь, потому что завтра, вот, например, феромоны ему машину подарят. Понимаешь? Вот теперь ты знаешь об этом. Вот, сейчас я, короче, поднимусь наверх. Эрик, естественно, не в курсе. В курсе, как всегда, Моника. Моника, салам. Вот, я с бумбоксом такой зайду. А Моника сзади в этот момент Эрика стул поставит. Естественно, Эрик подумает, что я зачитаю. А я такой, включая музыку, про, там что-то про плохого парня поет. Заходит такая тесуля в латексной фуражке с гаечной палочкой. Вот. И наказывает Эрика жестким красивым стриптизом. Мы сейчас поднимаемся к Эрику. Вот здесь вот на пятом этаже он живет. Посмотрите, какая новостройка. Вот все-все, пацаны, можно идти. Так на третьем же. Полной боевой готовности. Вот тот самый замечательный сюрприз нашему дорогому Давидычу. Мне уже страшно. Я сейчас зайду первый с бумбоксом. Он будет думать, что я, как всегда, сейчас начну читать свой рэп. Но там плавал. У нас сегодня особая программа. Тем более он на дорогах. Он на дорогах превышает. Его можно прям поглубже. Мне просто некуда. С очаровательной девушкой полицейским, которая сейчас оштрафует Эрика по полной программе. Кучу раз задорим его перед собой. Я ж тебе сказал, там звуки на воде. А ты, был на смотровой. Да погоди, блядь. Вы опять меня наебали. Моника. Свое самое крутое желание. Самое крутое желание. Ура! Все, давайте все подарки, я все заберу. Варпач мне колодки подарит 100%. С днем рождения. Да. Я алкаш, смотри. Красавчики, блядь. Ставьте сразу вот здесь. Бля, я пытаюсь алкоголем завязать, чтобы у меня вообще дома не было ни одной бутылки. Вы... Ну, в 6 часов. Завтра только... будет еще подгончик, Эрик. И нам надо, чтобы ты был на горе. Так, слушай, я хочу дожить, знаешь, до какого момента, может, это лет 80 будет, приезжаешь на Воробьёва, тебе такое на день рождения. Автомобиль! Значит, ситуация в моем багажнике. Вот давайте посмотрим. Можете ругать меня за то, что у меня бардак? Но это же бардак какой. Вот, например, вот эти штуки, вот эти наборы, мы сделали их, наши друзья сделали, мы их раздаем. Вот, например, на, вот у тебя нету. И вот, кстати, у тебя тоже нету. Нет, кстати, нету. Да, на. Это фильтра нулевики на Rolls-Royce. Вот это, чё там? Производитель этой штуки говорит, ребята, скажите, пожалуйста, в рекламе, ни органайзер, ни коробка, ничего. Всякую ящ. На самом деле гениально просто все. Они сделали на липучках нормальную и правильную форму. Давай мы все сложим. Вот такую штуку рекламировать вообще не западло просто. Мы сейчас сюда сложим оставшиеся комплекты. Во, вот эта штука крутая вообще. Понимаете, какой у меня бардак в багажнике? Она с ручками даже, да? Пакет от Супротека. Кирюха, привет. Всем тех. Вот это вообще выбросить надо, она вся всп... Это вот подушечка мне мама сделала, это я вот маленький. Это я маленьким был, когда еще не вдуплял, что есть ребята нормальные, которые делают всякую ящ. Вот, я как бы вот с какой-то коробкой хожу. Можно говорить что угодно, да? Но в багажнике порядок наступил. Вот так она закрывается, да? Кайф.
Я горд собой, чего же более. Очень крутой саквояж. Короче, вот просто сходу заходишь, 3800 на Озоне стоит. А если зайти на Carsback, на Carsback он вообще стоит 350. Короче, парни, очень удобная штука. Те, кто закажет сейчас и сделает промокод, назовет промокод Давидыч, получит вот такую штуку в подарок. Нихуя, ты подошел, давай сделаем фотку, я буду спокойно, а то, блядь, я сейчас фотку с тобой не сделал, ты будешь говорить, все, я только из-за этого фоткаюсь с людьми. Что-то это, плохая машина, что ли? Кто-кто? Камри. Тойота Камри? Да мне расшибут, я скажу, что она плохая. Тебя зовут еще раз? Тимур. Тимур. И ты меня сколько смотришь? Блин, давно. Я еще с первого пробега смотрю. Давай я тебе подарок сделаю. Вот сюда все сложишь, что у тебя в багажничке. И положишь. А то, что у тебя в бардачке, положишь вот сюда. Пацаны в Ростове мутят. Знаешь? Все. Вот иди в свою Тойоту, укладывай там все и кайфуй. Carsback. Вещь классная, отличная. Спасибо Давидычу. Тебя как зовут? Меня Денис. Денис, иди сюда. Ты откуда взялся? А, ты учишь ездить в автошколе? Водить, да. О, красавчик. Давай, что? Ну что, как ученики-то вообще? Да ничего, нормально, обучаем. Не тупят? Хочешь, я сейчас круг сделаю? Давай. Девушка. Не пугай. Здравствуйте. Не бойтесь. Сейчас все будет. Я сейчас буду учить вас ездить. Тут автомат. Первое, что вы должны знать за рулем, это полный расслабон. Вообще, вот просто все, кто будут нам сигналить, мигать, там, выпендриваться, куда они идут? В жопу. Они идут в жопу, все правильно. Значит, смотри, левую держишь левой ногой, а правый газ вжимаешь до конца правый. И когда машина уже будет давать делать такие звуки, что ты просто такого никогда не слышал, отпускаешь тормоз и держишься за руль. Я так и не могу делать. Понимает, что можно, что нельзя. Молодец. Ну, поехали, ладно. Спокойно едешь, спокойно смотришь. Аккуратненько притормозил, ножку убрала перед тормозом. Ну, то есть перед препятствием. Потому что колеса блокируются. Он тебе это объяснял? Да. Да, пять, молодец, просто. Прижимайся правее. Еще правее, руль. Еще правее. Еще правее. Ну. Поехали. Все. Давай. Учись. И это самое. Для первого раза ты вообще прекрасный просто. У тебя грязь на машине. Вот это что такое? Это уже натоптали тут. Ну как натоптали? Кто здесь топтал? Посмотри, там вон сигареты. Куришь? Да. Куришь. Это да. Надо помыть. В Бруклинс. Да. Недавно ты сказал, что тебе никто никогда не дарил машину на днюху. Так вот, мы это сделаем, идем ее смотреть. Вы что, придурки, что ли? Вы что, дураки, что ли? Вы что, прикалываетесь? Сэкономили на тёлке. Ой, бля, ёпта. Вторая не смекает. Главное, чтобы никакая Ешка 63-я меня сейчас не попыталась обогнать. Закончится не очень. Тачка-бомба. Думаю, в пробег на ней поедем. Охрененная штука. Главное не уебать. Контора называется Raptor TV. Raptor, нижнее подчеркивание, tv.ru. Они делают обзоры, продают их. Они мне зачеринговали так, они за что говорят. Они говорят, Давидыч, ты прорекламировал самокат, а мы, говорит, мигалки ставим пачками теперь. Народ звонит, говорит, хочу, как у Давидыча. Ну, у кого-то есть самокат, у кого-то нет. Я хотел давно, но что-то как-то стеснялся. Это пристегнулся, слышишь? Не надо, чтобы я ныл сейчас всю дорогу, блин. Бля, давай ехать сам, медленно. Ты сам захотел поехать, блин, нормально. Я, блин, не хотел так ехать. Блин, это я качественно. Я хотел ехать медленно, торжественно и печально.
Не, ну это не к нам. Ну ты сегодня хоть один день погоняешь нормально. Я не хочу описываться по дороге, блин, ёпта, я хочу ехать нормально. Где? Давай ты бухнешь. Давай ты бухнешь. Если я бухну, ты будешь, буду кричать, да, хуй, ты так медленно едешь. О! Я верю, что эта машина ездит. Нет, ты не веришь. Нет, я верю, блин. Нет, я верю. Тёма, не снимай эту хуй, я не хочу выглядеть мудаком, блин. Люди, которые ездят на ландкрузерах и на мерседесах, они не понимают, на хуй так ездит. Именно поэтому я слез с BMW. Вот это можешь писать. Потому что представь, все время доказывать, что... Это лошадь, блядь, ты скачешь на лошади, блядь, понимаешь? Зачем? На лошади? Поэтому был куплен сначала Land Cruiser, потом поменен на Lexus, чтобы не скакать на лошади, а ехать медленно, блядь, торжественно. Ну скажи, ты вот когда торжественно едешь, ты до Москвы сколько едешь? Насколько бы я не ехал, я делал это торжественно. Со стороны Лукойла заезжать куда? Ну вот мы на Лукойл... Подожди, мы на Лукойл заехали, здесь уже Равон какой-то. А нам шавухи не взял? Пи***ц, ну, мы слишком зажравшие. Это про нас, кстати, говорят. Ну, подъедь, мы сейчас с тобой поговорим. Поэтому... Я не думал, что мы в сервисе будем встречаться. Я специально так, знаешь, должен выйти еще так. Да, вот это клоп, сильно. И всегда так. И все, у меня на СВР так же было. Причем даже непонятно, куда это. Он типа, а этот, если этот сломается, на всякий случай. Нет, посмотри сюда. Вот это, это еще нормально. А часто бывает плохо закреплено, и он, знаешь, вот так вот едешь и так вот... Вот это оттуда, да, не слышно. Поэтому разобрал быстренько стяжечкой. Подтянул. Это САП. Да. У меня с собой инструмент, видишь, я подчинюсь. Ну терпим, что? Да, слушай, ты главное сам поехаешь. Да, да, да. Лучше как бы мы знали, на что идем. И... Как все, дверь. Дублин, дубль, скорее, все, режь, пока не началось. Да. Кто клеил? Бруклинс. Да. В Москве? Московский, да. Соотечественник. Веди. Понял, да, как заходить правильно? Вот так, еще блин. Сразу. Оп, оп, ваши, все. Атмосфера, 2,5. 180, наверное, сил. Все. Значит, я внимательно тебя слушаю, все, что ты говоришь. Японцы делают вещи. Да. Оп, все, вот. Toyota лучше. Значит, и мне хочется, чтобы вы оба в этом признались. Вот на все 8 миллионов ваших подписчиков. Поздравляем нового победителя. Как вы видите, все было абсолютно по-честному. Все было при вас. Поздравляем. Прямо от души. Это вот... Этого победителя no name. Да, нет, нет, вот еще раз повтори фразу, пожалуйста. Почему мало крузаков? Крузаков? Они немножко устарели. Почему за мало... меня ответит мой секретарь. Нет, секунду, отойди отсюда. Почему мало крузаков? Их хозяев все устраивает. Молодец. Да. Потому что все... Все идеально. Исключая вот того одного, кто приехал тормоза менять. Потому что уже, видимо, морду поменял в первый раз, до того, как тормоза. Значит, вы выжите, последний выезжает. Да, да, да. Все не в счет. Вот почему, когда мы едем к каким-то Костиным машинам, мы всегда едем через какой-то буйрак? Потому что он находит тех... Он находит уникальные места. Уникальные места, да, локации, я бы так назвал. Мандарины везем, да. Едем с Костиком, развозим мандарины. Кому надо, пишите. Я тут с тормозами не привык. Тут педаль в другой стороне, я левой ногой торможу. Поэтому ты передо мной, ты не тормози. Понятно, что на нем выехал, покатался, поставил, и просто он у тебя есть. Да. Но знаешь, что меня душу греет? Что я вот через 5 лет к нему подойди, открой капот, кому-то покажи, и человек скажет ей. Ну да. Но зато кайф. Ну, приятно, не знаю. Вот с ногами, наверное, ты привык уже, да? На самом деле, когда привыкаешь, очень круто. Да? Ты всегда в атаке. У тебя тормоз, газ, газ, тормоз. То есть, ну вот к этому она привыкла, потому что первый светофор, и ты хочешь тормозить, а нога у тебя упирается в туннель. И ты такой, типа, а, все. Думаешь, что сейчас разложишься. Столько мелочей, видишь, запарится. Вот этот ключик, да. Оригинальный ЗИЛ. На да, я вижу. Там, такие детальки. Да, да. Не все поймут. Очень круто. Я прям еду, я чувствую, сколько тут любви и денег вложили, пиздец.
И даже, да, любви, и тут даже если вот есть, скажем, любовь только у меня, то ее не хватит, чтобы такой проект построить, потому что ее должны любить мастера, которые ее строят. Мы приехали к Костяну покататься на зеле. И поверьте, в нем очень много любви и много радости. Мы поехали. Знаешь, что я тебе скажу? Тебе нужно, блядь, его к паштету отвезти. А, я паштету звонил, он тогда был занят. Потому что можно просто перепрописать скорость. Где какой крутящий момент давать и как надо. Оно не настроено вообще. Ну. Да. Вот я поэтому тебя и смотрю. Вот, потому что ты заморочишься какой-то хуйной, какими-то гусеницами. Я думаю, нахуй это надо. Потом такой, блядь, ну прикольно. И я сижу, смотрю сам. Мне, я сам не заморочился бы никогда такой херней. Но мы верим, что нам повезет. Да, там это... расчет есть, типа, вот туда, короче. Да, да, мы попадаем, но это все условно. Я завязал с идеей Линкольна своего, потому что я потом приехал к Чевчану. И я ему говорю, слушай, ты мне можешь собрать дрифтовую тачку? Он мне все детали, нюансы рассказал. Да. А он говорит, ну ты же хочешь, чтобы люкс был. Я говорю, да. Он говорит, мы так не сделаем. Yeah. Вот я как человек, который педантично относится ко всяким мелочам, да, вот я тебе могу сказать такую вещь. Так. Вот я здесь сижу. Так. Во-первых, меня этот руль не бесит. Угу. Во-вторых, я реально понимаю, сколько тут трудов. Ну, объективно. А мне очень нравится цвет. Мне нравится, как вот тут качественно все сделано. Я оценил вот эту работу, вот эту, я понимаю, что тут так заебались люди. Вообще, просто вот респект. Это неделя паяльник. Да, вы по железу, по вот этим штучкам шарите сделали, а по программному обеспечению, тут вопрос программного обеспечения. Мне очень нравится вот такой проект, я прям реально вот сейчас прокатился, спасибо тебе, я реально кайфанул прям, вот честно тебе говорю. Прям просто, причем ты видишь, я даже на нем кайфанул не столько ебать, сколько просто валять. Вот просто я вот тихо еду, мне по кайфу, мне интересно. С педалями, ну, тебе вот нравится, я бы, например, переделал бы. Но ты, главное, сам катаешься, привык, да, и привык. Да. И куча мелких мелочей, типа, ну, ты едешь по трассе, кто-то тебе, не дай бог, моргнул. И ты просто аварийкой цок-цок и... До свидания, просто до свидания. А, тот, кто занимался здесь программным обеспечением, ну, видимо, кому-то отдавали, вообще больше туда не ходить. Это... Я так же им сказал. Они, этот пик, он настроен неправильно. Им просто все топливо туда, давай всю эту туда, давай посмотрим. Про мотор сейчас пусть выговорится человек. Нет, все правильно. Он говорит, все правильно. Мотор вообще не настроен. Проблема в том, что его зашили, типа, вот знаешь, ну мы ехали сюда, да? Здесь шьют, то есть он не обкатан. Но в чем авторитетность человека, да, что он сразу это понял? Ему же никто не говорил про это. И так-то прямо все там кто-то может смеется, а я вот вижу, сел и понял. И сразу, что машина-то не отстроена. То есть он должен знать, как она должна ехать, хотя он в ней никогда не сидел. А так, да, настроим, и будет все правильно. А так, конечно, она сейчас не там, где надо, взрывает чуть-чуть. Ну, за час что вы хотели? А? Я еду быстро, как я люблю, ты говоришь, нихуя, типа, давай поехали медленно. Я еду медленно, ласково, ты говоришь, давай по встречке объедемся. Вот вы владельцы, дает лексусов, я вас вообще оху пойму. Да есть такое, люкс. Я даже больше радиус возьму, чтобы минимально твое тело двигалось с маленьким углом. Смотри, мы аккуратненько, тихонечко заедем. Бутылки палятся, конечно, да. Это лимонада купил? Это лимонада купил. Да. Иди сюда. Ну, иди. Ну, иди. Ну, иди. Иди, жертва. Ну, что? Ну, все. Может сопнуть. Так, пошел. Иди сюда. Вот чем меньше, то есть ты ему с лаской, да, так подошел, такой, здорово, дал ему, он в следующий раз будет нормально здороваться, правда? Злодей. Я скучаю по Коляну и вожу его с собой. Вот смотри, тут все открывается. Да. Последний
Серёхи вообще замечательная музыкальная семья. Я, кстати, просто я объясню. Они 4 года назад так не пели. Они такие... А сейчас я просто как будто попал на концерт. Я не знаю, группа Queen, Show Must Go On. Во-первых, они все дубасят по-английски. Во-вторых, репертуар песен просто сумасшедший. И как его жена поет, как его сын поет, как он поет. Он когда Металлику начал петь, я просто вообще, у меня аж огурец упал изо рта. Это Питер! Я офигел, я такого, конечно, не видел. Ну, реально, это надо увидеть. Я потому что привык, что когда говорят караоке, это типа, ну все, вот это сейчас будет. Мы решили из Питера забрать тачку Моники. Вот она. Алло. Да, здравствуйте, Глеб. Приехали забирать желтый Opel. Стоим у него. Он просто стоял много времени. И Моня соскучилась по нему. И мы решили его забрать в Москву. Для того, чтобы продать его. Всем привет. Это программа D3. Это я, Давидыч. И за мной стоит просто шикарный автомобиль. Любимец огромного количества женщин и мужчин. Opel GTS. У 40 лошадиных сил, 1.4 турбо. Серьезный двигатель по нынешним временам. Ёпта. Желтая Феррари. Ты знаешь. Вообще нормально. Кстати, очень мягенько. Да? После наших всех вот этих быстрых, жестких машин, вот она гораздо мягче X5M. Поэтому, если вы хотите взять X5M, подумайте, надо, может взять Opel. Я пол нажимаю. Не знаю, не злит машину. Она едет, и спасибо ей. Там надо рассчитывать, тут запаса мощности нету, а здесь нужно это, сначала нажать, досчитать это до 3, потом прицелиться, нихуя не получилось. Вот, надо просто всегда действовать на опережение. Я уже газ полудержу, все, пошел. Но у Моники там 625 сил под капотом, полный привод. У меня всего лишь передний привод, и 100 сколько, 104 лошадиных сил. 140. А, ёпта, ну это меняет вообще все. Вольво, ёпта, сдвинься, ты чё, ёпта, желток идет на хвосте. Я, пацаны, от своего сердца могу сказать, в умелых руках эта машина будет просто нагибать. Нагибатор за 600 тысяч. Вот он, гараж Моники. Это у нее отделение полиции тут сразу охраняет машину Моники. Ребят, машина хорошая. Желтого цвета, прикольная. Для города самое то. Что бы я рекомендовал сделать? Я бы рекомендовал поставить сюда мотор от BMW X5M. Значит, сделать сразу полный привод. У вас будет где-то 850, там 900 лошадиных сил. Будете нормально нагибать. Почему я не люблю делать тест-драйвы на подержанные автомобили? Разная херня с ними бывает. Че, как у тебя тачка? Да думаю брать. Думаю брать. Да, че? Я люблю машины с большими решетками хромированными спереди. Прикольно, так вот тут вот прокатили маму Моники на машине. Мама ничего не поняла, сказала, мне кайф. Газ в полу, 40 км в час. Тормоз в полу, медленная остановка. Все. Уважение. Уважение, ласки. Длинный формат. Представь, что ты нашел машину золота, которую хранили долго. Сейчас заведется, как шершень. Аркаша, я тебя вызвал из Москвы, чтобы продать машину, но она настолько просто вот крутая, что ее пацаны только что купили. Поэтому
поезд назад в Москву. Я звонил Аркаше и сказал: Аркаш, хочешь катнуться? Я же не говорил о чем. На поезде, ёпта. Ну и везти в Москву, мы в Москве сейчас парковать будем. Не-не, чтоб ты понимал, я очень спокойно доехал в поезде, шикарно. Там картошечка, тефтели, все хорошо. Все, с нами потусуешься вечером домой. Смотри билет. Это самая быстрая поездка в Питер. Есть, короче, такая тема, Letty Shops. Я не буду говорить вам супер заумные слова, скажу простым языком, что они делают. У них только сейчас больше 2000 магазинов с горячими предложениями, с которыми они уже сегодня сотрудничают. Это говорит о том, что ты можешь прийти в любые из этих 2000 магазинов, сделать покупку и вернуть свои бабки, сделать кэшбэк. Там и 5, и 10, и 15, даже 20%. Но это круто, реально, прикинь, ты пришел, вот я, например, пошел хоккейную форму покупать, да, в Спортмастер. Я отдал 135 тысяч рублей или 134 тысячи рублей, и мне ничего никто не вернул. Вот, кстати, сейчас у них прям очень хороший момент есть. У них есть горящий кэшбэк, они его называют, 15% в Спортмастере, причем в виде денег, еще раз говорю, никакие баллы, никакого развода, реально же живые деньги возвращаются. И в MyProtein будет 20% кэшбэк. Лавехай, Вася, тебе вернуть бабуси, лавехай. Деньги, кстати, можно вернуть либо на карту, либо на свой мобильный счет. Тоже очень удобно. Поэтому прямо сейчас заходи по ссылке в описании, регистрируйся по моей ссылке, получай премиум аккаунт на 7 дней, ну и кайфуй. Помните Борю оху... парня? Давай, блядь! Стал золото, обтягиваем унитазы, недорого, приезжайте в Питер. Поедет, алло. Алло, я у ворот, въезд в парковку. А, подожди, так я приехал, я еще в магазин эти помидоры покупаю. Прыжок! Вот так вот! Давидыч Флай логотип, видели? Нет, что-то вакуумное, что-то вакуумное. Что ты разберешься тут? Ева, что-то круто тут, блин. Так. Помните наших крутых дизайнеров из Санкт-Петербурга? Они теперь, короче, мясом занимаются. Мы просто в этом видеоблоге рекламируем всех наших друзей, поэтому рекламы будет много, кайфуйте. Да мы покупали пока там мясо, пока овощи. Ты мясо не там покупаешь, ты вообще не прав. Пиздец, вкусно будет. Главное, чтобы Саша не увидел. Но это мясо, Сань. Боря орет там на кого-то уже. Боря, как Питер. Ахуя, чё? Я ж в Крым уеду на месяц. Я так быстро не могу ходить. Братан, чё нового у тебя? Чё нового? Я продал все машины, я сейчас без транспорта временно. Пришлось продать тачки и вложить денег в работу. Поэтому я теперь на двух самокатах передвигаюсь, электрических. Тоже ещё. Правда, не такие быстрые, как у тебя. Типа, мне сказали, твой 96 км в час едет, да? Со мной 70. Тогда мой вообще не поедет с тобой, я думаю. Он просто не тронется с места даже. Приехали к моему товарищу, кенту и дружбану Славе Лейману, который занимается ягодами и живет в лесу. У Славы есть небольшие проблемы в жизни, вот это одна из них. Дамиру понравился цвет машины, но машина говорит говно. Нет, я не сказал говно, ты сказал говно. Ты записал это? Красава! А вот это? Нормально. Красава! Слава! Цвет не нравится, Слава! Цвет не нравится, но внутри неплохо. Соглашусь. Шарит. Нормально, парень, ты шарит. На светке попадает сразу вот в этот корекс и уже к покупателю. То есть одно касание от ветки до покупателя. Угу. В этом принцип и залог качества и спелости ягод. Кстати, для меня новость была, что малину не надо мыть. Нет, не надо. Прямые поставки хотят поспелее. Это не товарная ягода, это винная ягода, она уже очень мягкая. Мы ее замораживаем и будем делать из нее
джемы, настойки и все такое. Вот сборщик идет, он видит куст. На кусте есть цветок, на кусте есть совсем ранняя ягода. А вот скажи, вырастает. А это уже снятая ягода. Им нужно обобрать все, что есть, то есть и все, что можно снять. И спелую, и ту, которая уже товарная. И если ягода какая-то испорчена, они тоже ее снимают. Поэтому сборщик – это человек-комбайн, который идет вдоль кустов и обирает все вообще. На самом деле, из ягоды, которую мы здесь видим, вот это все не ягода, это цветоложа. Ягода является вот именно та маленькая вот эта семечка. А все остальное – это цветоложа. Мы по привычке называем это ягодой. Есть вещи, которых нет в Бентли. Да ладно? Неужели? Ну, слушай, ты ребенка своего послушай, если ты меня не слушаешь. Давай, крышку тащи сверху. О, холодненькая. Спасибо большое. Ну, надеюсь, не жалею, что заехал. Нет, это очень круто. Молодец, девчонки. Давай опять. Мы сейчас как уедем, прям начинаем эту тематику. С мамой поговори, поработай. Привет. Я надеюсь, мы приедем через там вот какое-то главный, время. Главный человек дойдет. Ксения, наша граница. Я сейчас, когда приеду, я покажу свою. Давай, то, давай. На чем я езжу, я. Согласен. Я считаю, что батя тебе... Ты знаешь, да, что хорошие папы всегда детям покупают на 18 лет Макларен. Я тебе потом покажу, что это за машина. Очень хорошая. Макларен, запомни. Это гоночная. Моделька небольшая. Хорошая, да? Хорошая машина гоночная. Тебе понравится. Там двери вот так открываются. Полноценная хорошая машина. Да, то есть 100%. То есть хороший папа всегда так делает.